Короче, слухи. Личная жизнь красавицы-звезды фильмов холоп. И я худею просто бурлит. Поклонники не успевают следить за переменами на любовном фронте у Александры Бортич. В июне 2020 года она родила сына от предпринимателя Евгения Савельева, который и стал ее вторым мужем. Мальчика назвали Сашей. Сегодня стало известно, что блондинка разорвала отношения со вторым супругом. Казалось, в ее отношениях с возлюбленным царит идиллия. Однако все оказалось совсем не так. Сегодня артистка опубликовала личное заявление. Ребята, всем привет. Мы решили вам рассказать, что мы не вместе уже какое-то время. Но мы навсегда любим и уважаем друг друга и вместе воспитываем нашего сына. У нас все хорошо. Спасибо за внимание, написала Александра. Отметим, что в творческой деятельности у Бортич сейчас наблюдается некая пауза. Ранее в прессе появлялись сообщения о том, что блондинка угодила в стоп-лист «Газпром Медиа» из-за своих политических взглядов. Любите свою жизнь и подписывайтесь.